что бассейн может работать, и в нем могут плавать детки. 5 лет занимался тренер сухим плаванием. И даже так детки выигрывали соревнования, которые проводились в соседних районах, ездили и плавали в других бассейнах и мечтали, что когда-то будет и у них такое чудо. Это не чудо, это результат совместной работы. И за него я вас сегодня хочу поблагодарить, потому что это наш совместный с вами результат. Он есть, он ваш, и он работает на громадах.